На соревновании царил нешуточный накал страстей. Задача бегунов проста – быстрее всех пересечь границу нарисованного на бумаге круга. Старт от самого центра на поверхности стола, покрытого мокрой тканью. По правилам, хозяева участников забега не имеют права дотрагиваться до своих питомцев. Однако никто не запрещает подбадривать спортсменов словами и даже криками. Давай, 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 поворачивай, поворачивай, давай, давай, все, 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 давай, давай, есть. Я кричала, болела за нее, хотела, чтобы она выиграла, и у нее все удалось. Мне понравилось, как некоторые улитки обнимались, они очень странно себя вели, ну... Моя не захотела почему-то. Она сразу ушла, только почему-то потом повернулась и пошла дальше. По итогам соревнований, проходивших в несколько этапов, победила улитка, раскрашенная под футбольный мяч. Как рассказала ее хозяйка, победа далась непросто. Спортсмены специально не кормили накануне, ведь голодная улитка ползает быстрее. Листик салата, лежащий за финишной чертой, большой стимул к победе. Ее зовут Вилли, она у меня живет уже 5 лет. Мне мама принесла 3 улиток, когда я была маленькая. Я их вчера тренировала, у меня много улиток, я их отбирала. Вот Вилли бежала быстрее всех, я манила ее листиком одуванчика. Победителю достался главный приз – набор луковиц тюльпанов. Раскрашенные всеми цветами медовых красок, улитки соревновались и в конкурсе на лучший макияж. Кстати, спортсменов можно было как приносить с собой, так и снимать с деревьев прямо в ботаническом саду. Наши местные улитки хорошо знают местность и знают обстановку. Те, которых приносят, они, скажем, оказываются в новых условиях. Но в данном случае сам процесс – это то интересное ощущение праздника, веселья и радости, наверное, приносящее больше даже удовольствия, нежели какая-то победа. Тюречане остались довольны праздником, а также достижениями старожилов ботанического сада. Виноградные улитки здесь обитают более 1/4 века. Мне эти улитки очень нравятся, поэтому я и пришла. Мне тоже понравилось, что улитки здесь гоняются. Я тоже очень люблю улиток. Понравилось. Организация хорошая, настроение веселое. Мне практически все понравилось. Вот. То, что улиток много, больше, чем людей. Первый раз я даже вообще не знал, что у нас вот есть такой ботанический сад. Вот теперь буду чаще приходить. Ботанический сад этим летом порадует тверичан еще не одним красочным мероприятием. Совсем скоро здесь пройдет пикник на свежем воздухе.